За колючей проволокой тоже есть жизнь. Сегодня заместитель главного муфтия Чеченской республики Хамзат Хаджи Хирахматов посетил исправительную колонию в Нижнем Тагиле. Там он навестил своих соотечественников, которые отбывают наказание. Репортаж Ксении Момот. 13-й исправительной колонии – настоящая чеченская диаспора. В разных отрядах наказание отбывает больше 20 человек. Муфтия Хамзата Хирахматова в первую очередь интересует, могут ли земляки за тюремным забором чувствовать себя как дома. Люди приходят сюда, в основном здесь научатся намаз делать. И очень много есть разногласий, даже среди некоторых мусульман. Молельная комната открыта с утра до вечера и практически никогда не пустует. Здесь все по фэншую, точнее по Корану. Правда, священное писание на арабском всего в одном экземпляре, но муфтий пообещал помочь. И распорядок дня не совпадает с мусульманскими обычаями. Но и это исправимо. Бывают случаи, вот правило, режим данного учреждения, некоторые вот правила, которые должны соблюдать мусульмане, ну, не соответствуют с этим режимом. У них идет как бы вот именно обед в это время, когда они должны были молиться, но они могут по исламу эту молитву как бы передвинуть на предвечерний намаз. После общения с Богом заключенные часто приходят на разговор к психологу. Для них работает зона релаксации. Доктора помогают решить проблемы, возникающие не только в колонии, но и там, где осталась семья. Но встреча с духовным лидером оказалась, пожалуй, самой лучшей поддержкой. Все сразу заговорили на родном языке и получили вести из дома. Тут все должно быть по закону, а менталитет как не сходится. Из-за этого у нас разногласия бывали. Мы как бы, со своей стороны заверили наших представителей, что из-за нас им не придется краснеть, что мы как бы будем себя нормально вести. Муфтий не только навестил заключенных соотечественников, но и о тех, кто на свободе позаботился. В управлении архивами Свердловской области он запросил информацию о чеченцах, попавших под сталинские репрессии. Оказалось, что таких в 40-х годах на Среднем Урале было пятеро. Их имена теперь поместят на мемориальную доску, которую, по словам Хамзат Хаджи, откроют в республике в следующем году. Ксения Момот, Михаил Медведев. События ОТВ.